интернет-издание «Капитал страны» с удовольствием вам расскажет и покажет несколько сюжетов с прекрасного авиасалона «Макс». Этот авиасалон интересен тем, что здесь собираются самые интересные и самые мощные команды в нашей стране, имеющие отношение к авиастроению. И мы надеемся, что эти команды получат свои контракты, мы надеемся, что эти команды найдут своих партнеров, мы надеемся, что весь авиасалон послужит дополнительному упрочению человеческих отношений и более лояльного климата в политической ситуации.